Читаем добротолюбие. Когда заметишь в себе, что скучно для тебя чтение божественных писаний и неохотно слушаешь духовное наставление, тогда знай, что душа твоя впала в тяжкую болезнь, ибо это начало злоумия, которым болевшие пожали плод смерти. Блажен, кто ежечасно возделывает себе прекрасные и добрые мысли, и надеждою победил лукавую страсть уныния, с которой борются подвижники Господни. Блажен, кто в деле Господнем стал подобен мужественному воину, возбуждает ленивых и ободряет малодушных на пути Господнем. Преподобный Ефрем Сирин.